Всем доброго вечера. Сегодня у нас с вами вебинар «Правила добавления подарков по каталогу». Конечно же, прошлый вебинар, вот наша звездочка Леночка Лебедева открыла 12% в прошлом каталоге. Конечно, прошлый каталог был просто шикарный по подаркам, по акциям. Сейчас у нас с вами идет летняя распродажа. Когда я смотрела все акции, которые у нас есть. Спасибо, Олечка, большое. Да, вы знаете, это просто, я не знаю, вот если про каждую акцию рассказывать, то у нас с вами уйдет на это, на каждую страничку по часу. Потому что продукция компании Faberlic уникальна, производится на собственном заводе. Очень много у нас патентов, 34 патента, о котором мы... Ну, хватит меня смущать. Настроение мне хотите поднять, да? Вот. И, конечно, сегодня у нас с вами самая такая важная тема. Она в первый день каталога у нас с вами шла днем, но сегодня мы с вами собрались вечером. Это правило добавления подарков, потому что такое огромное количество подарков, что можно просто запутаться. Конечно, подарки – это двигатель торговли. А вот вы знаете, недавно я сходила в магазин, да, и смотрела цены. Да, цены дешевле у нас, потому что даже сравнить цены каталога, то на самом деле, если, конечно, вот я недавно лазила из каких-то сайтов, я там нашла жидкость для мытья детей 5 литров за 90 рублей. Я была в шоке. Кто будет это покупать? Ну, конечно, найдутся люди, купят. И, конечно же, на год хватит им этой жидкости, да. Но, конечно, если вы следите за собой, цените себя, то вы будете покупать продукцию, которая уже себя зарекомендовала по качеству. И вот продукция, которая себя зарекомендовала по качеству, очень даже по конкурентоспособным ценам. Отлично, Маш, отлично, вот. И знаете, очень-очень много акций, очень много предложений. И давайте с вами познакомимся. Я видела, тут есть новички, которые первый раз на вебинаре. Напишите букву «Я» в чат, что вы новичок. Меня зовут Кононова Аня, мы старшие национальные директора. Также прям вот я понимаю, что поздравлялки у нас будут в среду, но... Очень много новых званий. У нас открылось 4 директора, один рубиновый. Я прям в восторге от этого каталога. Хороший прирост, хотя кто-то говорит, что летом расти невозможно. Все на дачах, все где-то там. Отлично, отлично. Спасибо огромное за обратную связь. Для меня это очень важно. Вот, очень хорошо, что новички, именно новички ходят на вебинары, чтобы... Я вам донесла все привилегии, да, именно все привилегии. Конечно, самое главное преимущество интернет-проекта Faberlic Online – это, конечно же, рекрутинг, это рост, это открытие звания директор и выше, выше, выше. Но пока вы открываете директорство, вы можете идти полгода по различным подаркам. И даже нам, директорам, дарятся подарки, да, такие как программа Faberlic Club, путешествие драгоценных директоров в различные страны мира. Да, это с уровня уже золотого подтвержденного директора. И, конечно же, мы пользуемся привилегиями VIP-консультантов. И сегодня я вам все это расскажу. Итак, каталог у нас с вами номер 10. Длится он с 26 июня по 16 июля. 3 недели. То есть полноценный такой хороший каталог. Добрый вечер опоздавшим. Вот. И, конечно, встречаем с вами обалденную летнюю распродажу. Первое, что я вам хотела бы представить, это подарки по акции новичка. Акция новичка – это первый шаг стартовой программы. На него его могут забрать все, кто ни разу не делал заказов с момента регистрации, даже если вы зарегистрированы 3 каталога назад.
Это очень-очень важно знать. Итак, тут собраны основные страны, но вы можете по своей стране обязательно посмотреть, вверху у вас есть акции консультанты, зайти, посмотреть новым консультантам и увидеть цену своей страны, если же она тут у вас не указана. Если нужно, то в конце вебинара вот вверху в черной такой полосочке есть материалы, вопросы, участники и режим. Так вот, в разделе «Вопросы» вы можете легко написать туда вопрос. Я вам буду через демонстрацию экрана прямо в живом режиме из своего личного кабинета показывать, кому-то что-то непонятно. Поэтому задавайте как можно больше вопросов и никогда не стесняйтесь. Итак, подарки у нас с вами шикарные, позже я о них расскажу очень подробно. Эти вещи я пробовала, они мне нравятся. Вот. И, конечно же, условия тоже легкие. Когда мы оформляем и оплачиваем заказы на сумму от 1999 рублей, 359 гривен, 5999 тенге, 350, ой, 35 белорусских рублей, простите, 359 лей, это в ценах каталога, то есть у вас еще вот скидочка 20%, то вы получите в следующем периоде в каталоге номер 11 два подарка. Набор из серии Дом Фаберлик. Это кондиционер-бальзам для белья и стиральный порошок для деликатных вещей. Вот, значит, давайте поговорим, обсудим эту акцию подробнее. Значит, как получить набор Дом Фаберлик в подарок? Ну, во-первых, когда мы приходим в магазин и покупаем всего лишь на 1200 рублей, 1300, да? Да, 1200 получается, да? Я буду говорить цены России, то, конечно же, никто нам не даст два подарка, никто нам не даст скидку 20%. И это факт. Факт, что тут выгодно, что тут классно. Конечно, компания Faberlic понимает, что мы заказываем продукцию и ждем ее кто-то 5 дней, кто-то целую неделю, когда она придет на агентский пункт, на почту. И, конечно же, бывает такое, что лидерам не хочется долго ждать, и компания Faberlic вот такую традицию, да, приобрела каждому новичку дарить подарки за заказы, да, вот. Да, я уже пробовала, я им стирала, и вот уже вторую упаковочку мы открыли. Вот. Ну, замечательный такой мягкий, хороший порошочек. И, конечно, жаль, что его компания Faberlic выпустила так поздно. Он появился, по-моему, 2 или 3 каталога назад, да. Вот. Итак, как получить новичку Дом Фаберлик в подарок? Да, то есть все, кто зарегистрирован до 16 июля и не делал заказов с момента регистрации, то есть эти новички могут прийти завтра, послезавтра, да, то есть до 16 июля. Новички делают заказ, оплачивают его обязательно до конца каталога и потом забирают этот набор косметики для дома всего лишь за 1 рубль, 1 тенге и так далее. Вот, значит, и сейчас с вами самое важное, да, то есть вы автоматически становитесь участником не только 20% скидки, но еще и автоматически участником становитесь программой Faberlic Club. То есть на следующий период вы будете забирать уже не только эти два подарка, но еще и подарки по программе Faberlic Club. Она идет от 5 бонусов. Вся продукция, которую вы заказываете, весит баллы. Каждый балл он пересчитывается в бонусы, да, то есть, допустим, вы заказали на 10 баллов, вам на следующий период начисляется 10 бонусов, да, и вот на эти 10 бонусов вы уже можете, допустим, забрать или мыло, или две маски, да, или копить эти бонусы. Если вы делаете заказы ежекаталожно, они у вас не сгорают, и вы можете их копить, копить, копить. Я недавно заказала халат банный и 3 полотенца. Вот, шикарная акция, поэтому пользуйтесь и вместо 2 подарков забирайте 3 или 4, да, то есть это, в принципе, шикарная такая вещь Faberlic Club. Конечно, обратите внимание, это очень-очень важно. Много новичков делают такие ошибки, хотя компания лояльная, но все равно. Вот в этом каталоге мне новичок опять отписалась: «Анна, у меня нет подарков». Мы не стали смотреть, у нее не хватило 3 рубля.
3 рубля, и у нее был пробный шаг, и вот сейчас в этом периоде новичок уже не ошибется и заберет подарок, только уже этот, да? Значит, что у нас еще, да, в сумму заказов, необходимых для получения подарка, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Это очень-очень важно знать. Да? А также вот про стартовую программу, конечно, поговорим с вами позже. Итак, какие же подарки? Ну, во-первых, это кондиционер, бальзам для белья с ухаживающими добавками. Он идет растительный, биоразлагаемый, экологически чистый, серии 0+. То есть можно уже деток сразу из роддома забираем, и все, уже этот бальзам можно добавлять. Он в объеме 500 миллилитров. Вот, он не концентрированный, как я вижу. Вот, да, и, конечно, стоит он вот сейчас вот так вот, да, 300 рублей по каталогу, 222 рубля по нашим уже ценам, по внутренним, как для зарегистрированных людей. И, конечно же, это шикарно, да, как вы видите, компания дарит недешевые подарки, на самом деле дорогие, вот. У этого кондиционера для белья вообще нету запаха, абсолютно никакого. На самом деле от него вещи такие шелковистые, приятные, да. Конечно же, он рекомендован в том числе и для стирки детской одежды, да. То есть вот, а как раз вот аллергетики, да, которые говорят, у меня аллергия на то, на это. Вот сейчас у нас на улице начали распускаться, вот уже цвести цветы, деревья, еще что-то, да, и вот на эту, на пыльцу, на все бывает очень часто аллергия. Вот, и как раз вот эти вот все бальзамчики, они очень хорошо в это время помогают аллергетикам все это перенести, потому что, ну, без запаха, да. Вот, аромат такой, ну, немножечко есть, привкус чуть-чуть, но это вообще ни о чем, если честно, да, вообще ни о чем. Вкусного попкорна. Итак, второй подарок – это концентрированный стиральный порошок для шерсти и деликатных вещей. Он идет у нас 500 грамм. Да, то есть тоже, как вы видите, не дешевый. Страна, производитель Германия. Он на самом деле подходит для всех видов деликатных тканей, абсолютно для всех. Я стирала все, и он стирает хорошо, да, то есть шерсть, шелк, кружево, бархат, велюр, шифон, гипюр, синтетические и другие материалы. Да, он предотвращает деформацию и усадку одежды из шерсти и деликатных тканей. Ну, конечно, если вы на 90 градусов не запустите, да, всякое бывает. Вот. Отличный порошок, практически тоже идет без запаха. Вот, идет концентрированный, то есть много его добавлять не нужно. Вот, стирает при температуре от 25 до 60 градусов. И посмотрите на его значки. То есть он тоже, как и вся косметика для дома, биоразлагаемый, экологически чистый. Также он имеет дермопротестирован в Германии. Также он имеет знак качества, так, знак качества Димарка. Вот, и Волмарк. Да, то есть это уже всемирный эксперт в области шерсти и ухода за ней. То есть вот не успел этот порошочек выпуститься и сразу получил престижную награду. Две пачки по акции, да? Ага, Маш, отлично. Вот. И, конечно же, дорогие коллеги, хочется еще раз повториться. Поставьте плюсики, знаете ли вы это все, что на подарок новичка или первый шаг стартовой программы имеют право все, кто ни разу не делал заказов с момента регистрации на проекте. А вот у нас есть такие люди, которые зарегистрировались, к примеру, и так и до сих пор не делали никаких заказов в компании. Да, может, наставник плохо привилегии провел, может, они подумали, что они давно зарегистрированы, им ничего не положено. Так вот, что хочется сказать, что даже люди, которые красным цветом покрашены в распечатках по личной группе, это люди, которые идут на терминацию, они тоже имеют право на эти два подарка, плюс подарки по
программе Фаберлик Клуб. Самое главное, чтобы это было все оплачено до конца каталога. Это очень строго. Да? Далее важно, подарок мы иногда выбираем сами вручную в следующем периоде, или они могут на последнем шаге заказа перед утверждением прямо в накладную сами упасть, и его не надо будет добавлять. Поэтому, если вы в разделе промо-акции, в подразделе акции консультанта вы не нашли первый шаг стартовой программы, обратите внимание сначала на накладную. Может быть, он у вас уже лежит там. Много таких, да? Ну, да, таких, в принципе, много. Вот. И, конечно же, нет, пропустили немного, мы только что начали. И, конечно же, будьте внимательнее, не теряйте свои подарочки, да, и чтобы все у вас было хорошо. И обратите внимание еще на тот факт, что компания у нас с вами очень лояльная. Мне это очень понравилось. Когда-то 2,5 года назад я зарегистрировалась в компанию. Я это очень оценила, потому что сама была в такой ситуации, что могла не вовремя, да, что-то сделать, если бы мне мой наставник не напомнил. Но, к сожалению, у нас на проекте есть ответственные наставники, а есть те, которые думают, что ой, люди и так все знают. Так вот, кто не прорабатывает от окончания каталога, конечно же, на следующий каталог очень много собирает негатива по поводу того, что «а где мой подарок?». Бывает такое, что просто люди не оплачивают заказы до конца каталога и теряют подарки. Но у таких людей, конечно же, сработала скидка 20%, да, и те, кто не оплатил заказ до конца каталога или кому-то не хватило 2-3 рубля на акцию новичка, если такие люди не сделают перерыв, автоматически добавился, да, отлично. Если не сделан перерыв между заказами в каталог, да, на следующий каталог сразу делать, то такой шаг считается пробным и можно забирать акцию новичка. Скажите, пожалуйста, понятно ли я вам рассказала? Или задайте вопросы. То есть те, кто в прошлом периоде по каким-то причинам выполнял условия, но не выполнил, да, в этом периоде у них есть шанс забрать эти два подарка. То есть компания лояльна. Это просто великолепно. Подарок новичка, в принципе, работает так всегда. Всегда. Вот, допустим, даже вот бывают такие моменты, когда акция новичка выполнена, но ее надо было добавлять цвет на выбор. Да? Помните, у нас был набор Skyline, помада, тушь и что-то там еще. И так получилось, что новички не поняли, что нужно добавлять их и выбирать цвета, и так и отправляли свои заказы, им заказы приходили, а подарки не вложены, да, то есть они не выбрали цвета, что же им вложится, да, и эти подарки, их еще ждут 3 каталога, то есть они, допустим, выполняя второй шаг стартовой программы, забирают и акцию новичка, и выполняют уже, да, второй шаг стартовой программы. Это тоже важно знать. Важно, что вы можете в легкую эти подарки 3 каталога забирать. Они вас будут ждать. И не выкупили, ничего, отправили обратно. Но ничего страшного, бывает такое, конечно. Вот, значит, смотрим. Конечно же, вы все пришли зарабатывать на проект. Кто пришел зарабатывать? У кого уже есть свои новички, свои регистрации? А еще нам будут подарки, да? Ну, я думаю, что плюсики поставят все участники вебинара, потому что все же у нас с вами интернет-проект, который нацелен именно на бизнес. Наш бизнес с вами, как вы понимаете, информационный. И чем больше и лучше и интенсивнее мы доносим информацию до своих людей, тем выше наш товарооборот и тем выше у нас с вами выплаты, да? Вот. И, конечно же, 10 часов назад зарегистрировались, да, Кирилл? Прям совсем еще новичок-новичок. Здорово, еще суток нету, да, на проекте. Конечно же, у нас с вами есть такие отчеты, которые очень помогают хорошо твой ириш, да,
Поздравляю с таким активным новичком. Кириллу желаю удачи, роста, везения. Обязательно забрать быстрый старт, о котором я сегодня заговорю. Это умноженные двойные квалификационные бонусы. Вот. Значит, смотрите, отчет по стартовой программе можно распечатать структура личной группы. А что это означает? Вы заходите в личный кабинет, потом вы заходите в раздел «Мои отчеты». Видно ли мою мышку? Пожалуйста. Отпишитесь, видно ли мышку, где я показываю. Да, все, спасибо. Заходите в раздел «Отчеты», и вот в отчетах есть отчет по стартовой программе «Структура личной группы», именно «Структура личной группы». И там вы увидите, после того, как распечатаете отчет, кто идет у вас по первому, по второму, или у кого был пробный шаг. Вот пробный шаг – это самое-самое важное, когда новичок что-то сделал, но у него что-то не получилось, и у него есть шанс в этом периоде забрать акцию новичка. Если он пропускает один каталог без заказа, у него сгорает участие в 9-шаговой стартовой программе. То есть новичок полгода может идти по стартовой программе. Да? То есть такой момент очень важный, да, и нужно обязательно его проконтролировать. Дорогие наставники, заботьтесь о своих новичках, рассказывайте им про это, чтобы их сотрудничество с компанией прям полгода их радовало шикарными подарками, которые я вам сегодня, конечно же, покажу. Светлана, не расстраивайтесь, будет запись. Итак, кто забирает у нас с вами 3 пятновыводителя в подарок? Поставьте «я» в чат, поставьте слово «я». Дорогие призеры, отзовитесь, если они у нас на вебинаре. Совсем что ли нету никого? Или у меня задержка идет? Значит, кто у нас с вами забирает 3 пятновыводителя в подарок? Ваша выгода в этом каталоге такова. Забираем эти 3 подарка в разделе «Промо», или они у нас с вами автоматически падают в корзину. Ага, вот вижу, буквы «Я» пошли. Спасибо огромное. Вот, конечно же, мы с вами можем выбрать подарок уже по программе «Faberlic Club». Дорогие призеры, скажите, пожалуйста, разобрались ли вы, где забирать бонусы по программе Faberlic Club, потому что это дополнительные подарки, помимо тех 3, которые вы получите. Ой, Костя. Да, разобрались, все увидели, да? Замечательно. Вот, ну, все, отлично, забираем подарочки. И, значит, еще... Если вы пойдете по стартовой программе, то есть у вас сейчас перед вами решение, идти по стартовой программе полгода или не идти по ней полгода. А кто решил идти, напишите «стартовая программа». Кто не хочет идти, поставьте прочерк. Вот, почему? Потому что мне хочется вам именно сейчас про нее рассказать. Если вы в этом каталоге выполните условия стартовой программы, то вы уже будете переходить на 3 шаг. То есть, забирая эти 3 подарка, вы делаете заказ на нужную сумму, и вы будете, ага, Оксаночка, молодец, и вы будете уже участником стартовой программы 2 шага. Итак, значит, оплачивать и размещать шаги надо от 2499 до 5000. Если вы забираете первый вариант, да, 2500 по цене каталога, это, конечно же, там еще будет ваша скидка 20%, вот, то вы забираете за 300 рублей набор. Да, дорогой набор, но он будет вам за 300 рублей, так как компания как раз делает такую возможность, чтобы вы могли познакомиться с хитами, с хитами продаж. Если вы делаете заказ на 5000, то вы забираете этот набор за 99 рублей. Ну, грубо говоря, даром. Да? Вот, значит, цена наборов по каталогу с каждым новым шагом у вас будет расти. То есть последний шаг, к примеру, это 2 парфюмерные воды по 50 мл плюс 2 парфюмерных геля для душа. Да? И это все вы можете забрать за 99 рублей. Да? То есть пока мы идем по стартовой программе в течение полугода, мы с вами можем открыть звание, к примеру, директора и получить вдобавок еще квалификационный дополнительный бонус, да, 55 тысяч. Итак,
Значит, что у нас с вами дальше? Значит, по стартовой программе обязательно оплата до конца каталога. По программе Faberlic обязательная оплата до конца каталога. А если вы сделаете менее суммы, которая нужна для выполнения стартовой программы, то у вас сгорает право на участие, но 20% скидки уже фиксировано ваши, подарок новичка вы уже забираете точно, да, то есть и Faberlic клуб вы можете уже участвовать, тут не зависит от того, пропустили вы каталоги или нет. Даже если у вас бонусы по программе Faberlic клуб сгорают, вы их можете набрать заново. Итак, какие суммы нужны? Они сейчас указаны на слайде. И, конечно же, так, я не прогрузила. Сейчас, минуточку, я найду сайтик. У нас с вами есть командный сайт, и на этом командном сайте у нас с вами есть акции. И вот в этих акциях вы можете подробно посмотреть все условия по стартовой программе по всем странам. Можете посмотреть видео, как ее забирать, да, то есть и тогда вам уже будет удобно. Так. Поставьте, пожалуйста, плюсик, смогли ли вы пройти по ссылочке. Прошла 6 шагов. Отлично. Смогли пройти, да? Замечательно. Итак, значит, давайте же с вами повторимся и поедем новые уже материалы изучать, да, новые подарки. Значит, первый шаг стартовой программы, он у нас с вами всегда-всегда разный, да. И почему разный? Потому что компания делает, ну, разные подарки. В основном это бывает, как вам даже сказать, косметика для дома или декоративная косметика. Недавно была скидка на одежду хорошая, да. Вот, и, конечно же, в прошлом периоде у нас было 3 подарка в виде пятновыводителей косметики для дома, а в этом каталоге у нас порошок плюс кондиционер для белья серии 0+. Вот. Значит, второй шаг стартовой программы у нас с вами будет уже более дорогой, чем первый шаг стартовой программы. Это набор для рук Grand Prix Хенкере. Это альтернатива салонной процедуре. Это и пилинг, и очищение. Минуточку, закрою окно. Молодежь на мотоциклах рассекает, радуется жизни, лето у них, вот. Значит, и также вы можете забрать, как вы видите на картинке, 5 вещей, да, это маска, бальзам, маска или бальзам для волос на выбор под ваш тип волос, то есть вы будете сами выбирать, что вы хотите попробовать, да, и также шампунь эксперт. Это тоже как бы направленного действия шампуни, то есть там есть для жирных волос, есть 2 в 1 с кондиционером, есть для возрастных волос, есть для тонких, есть, да, там 3D объем есть, да, то есть все, то есть 5 составляющих вы, 2 из которых вы выбираете, что вам нужно, да, набор для рук, он уже как бы не выбирается. Далее, третий шаг стартовой программы. У нас с вами идет порошок на выбор, то есть вы можете взять для цветного белья или универсальный, и пятновыводитель. Это косметика для дома, которая идет вся экологически чистая, биоразлагаемая и, в принципе, очень хорошо работает. Четвертое. Это серия Ice Stream. Это наша базовая линейка, самая продаваемая, самая такая. Люди ей тоже очень довольны. То есть тут, как вы видите, есть дневной, ночной крем, крем для век, тоник и молочко, а все это вы тоже можете выбирать под свой тип кожи, да, жирная, там, решейпинг, еще что-то, да, вот, пятый шаг стартовой программы у нас с вами идет 4 составляющих, это тушь, помада, цвет на выбор,
тональное средство для лица с ухаживающими компонентами и каял для глаз. Шестой шаг стартовой программы. Тут у нас нечего выбирать, но он уже такой дорогой, более такой вкусный. Это 5 составляющих идет. Это средство для чистки духовок и плит 500 мл. Это спрей для чистки окон и зеркал с антизапотевающим эффектом. Это средство для чистки туалета с антибактериальным эффектом. Средство для ванной комнаты и средство для чистки металлических поверхностей. Да, то есть миски, там, краны и так далее, и так далее. Все средства я попробовала, работают изумительно, идеально, классно. Я очень люблю нашу косметику для дома, очень люблю, что она безопасна, и это самое-самое главное. Вот. И, конечно же, седьмой шаг. Очень мне нравится этот седьмой шаг. Я недавно 3 дня подряд делала себе эту процедуру. Вы знаете, кожа просто обновляется, просто становится такой молодой, как у ребеночка. Вот как у моей Викуськи, ей 4 годика, а моей дочке, да, вот прям нежная-нежная такая, приятная кожа. Просто приятно к ней прикасаться. Единственное, что эта процедура, она идет альтернатива салонной процедуре, да, то есть тут идет энзимный микропилинг и с аминокислотами и микродембразия, и потом третий шаг идет как восстановление после такой глубокой очистки. Кожа обновляется, и реально она очень хорошо себя чувствует после такой очистки. И нельзя выходить 12 часов на прямые солнечные лучи. То есть эту процедуру лучше делать на ночь, потому что, ну, хорошо работает продукция. Я прям вижу на себе вот этот вот эффект. Очень приятно. Да, написано, что можно, но молоденьким девочкам нельзя. То, конечно, тем, кому уже за 30. Мне уже за 30 не можно. Средством для духов. Ну да, ванна белая, да. Раз в неделю тоже нужно, можно, нужно даже раз в неделю нужно, да. За 50, ну, конечно, Ириш, можно. Вот. Значит, далее у нас с вами идет восьмой шаг стартовой программы. Это люксовая серия Secret Story. Конечно, все, что бы я из этой серии не брала, мне нравится все. У меня нет любимой и нелюбимой продукции из этой серии. Она просто высокого качества, она красивая, она классная, она шикарная, все помады крутые. Вот. И, конечно же, лаки стойкие, да, то есть вот прям никаких нареканий нет. Тут вы будете выбирать помаду, цвет на выбор, где-то она у меня была, да, нет уже, да, помаду, цвет на выбор, обалденная, мягкая, приятная помадка, да, то есть далее, значит, тональный крем двойной агент. Почему двойной агент? Потому что там идет и основа под макияж, и сам тональный крем, который подстраивается под цвет кожи. Третье, там идет лак, цвет на выбор, вы можете купить, приобрести, да, себе и песочный лак, и винилюкс, и всякие разные, и, конечно же, тушь для ресниц. Это мой фаворит, это моя тушь, я ее очень люблю. Артикул 5599, даже наизусть выучила. Вот, и да, Анют, великолепная помада. Этот тональный для какого возраста? По-моему, он для всех возрастов, не, по-моему, не ограничен возраст. Помады, да, классные, можно. Далее, значит, девятый шаг, вот как раз самый дорогой, это две парфюмерные водички, которые вы будете выбирать, одна женская, одна мужская, и два парфюмерных геля для душа. Можете выбрать 4 разных аромата, можете выбрать пары, да, парфюмерные пары именно. И обратите внимание, что дарятся именно парфюмы по 50 мл. Не какие-то там туалетные водички, да, в мини-версиях, а именно полноценная туалетная, парфюмерная, простите, вода. Да, вот золотистая тушь тоже, Лен, просто великолепная. Я не знаю, какая мне нравится больше. Я еще, знаете, какую тушь люблю? Вот очень люблю эту тушь Fly Lashes, артикул 5327. Вот прям обожаю эту тушь, очень она мне нравится. Она на самом деле создает эффект таких накладных ресниц, и даже в течение дня ей можно подкрашивать. Да, я, конечно, не
супер-пупер, но я не законченный визажист, я немножко в косметике, конечно, разбираюсь. И вы знаете, я очень благодарна компании Faberlic за такое качество, за такие туши, за такой вот, за такой профессионализм, когда не стыдно предложить, не стыдно подарить, когда вот я дарю нашу линию Secret Story кому-то, я приобретаю себе пожизненного покупателя, потому что потом они просто регистрируются, нет, не сыплется, нет. Они просто потом регистрируются, они не хотят ходить в магазин после такой шикарной серии, как Secret Story. Вот это на самом деле так. Вот это вот тушь, да, которую говорили, золотистая. Где она у меня, да? Артикул 5598, да, не видно будет. Она тоже великолепная, она мне тоже очень-очень нравится. У нее тоньше кисточка, чем у розовой, да? Вот, вот кисточка, ту, вот тушь, да? Вот она. Ну, тут, конечно, плохо видно. Я вам хочу сказать, что отлично, если вам попадется тушь с артикулом 5598 в стартовую программу, вы будете очень довольны ею. Она приходит в золотистой упаковочке, в такой красивой, вы ее даже подарить можете. Но я сомневаюсь, что вы ее захотите отдать, потому что глазки с ней просто великолепные. Да, да, вот вы знаете, почему-то мне очень часто в последнее время начали говорить мои знакомые, что вот такие туши, как вот по качеству, да, именно Secret Story, вот это вот Flay Lashes, да, они берут в магазинах за 500, за 700 рублей. Тут они покупают за 100, за 200, и они довольны. Да, они говорят, а у вас ее с продажи не сниму, да, Faberlic же любит там что-то менять, обновлять, а закажи мне 3, закажи мне 4, пусть лежат, да, вот на самом деле так оно и есть, с ними нет никаких проблем, они не осыпаются, они легко наносятся, они круто, классно удлиняют ресницы, взгляд становится такой объемный, томный, это, конечно, очень приятно. Итак, поехалите с вами дальше. А стартовая программа – это первый шаг, это и есть акция новичка. Да, некоторые говорят, я прошла по акции новичка, и теперь я могу идти по стартовой программе. Так вот, акция новичка – это первый шаг стартовой программы, это равно. Далее, значит, сумму заказов для получения очередного набора стартовой программы не входит в сервисные сборы и сборы за доставку продукции. И обратите внимание на такой фактор, что цена наборов по каталогу растет с каждым новым шагом, но их стоимость для вас остается прежней. Также вы можете переходить с одного варианта оплаты на другой. То есть, допустим, вы сделали в каталоге, забирая второй шаг стартовой программы, вы сделали на 2500 заказ, да? А вы забираете в следующем периоде заказ, допустим, делаете в следующем периоде заказ на 5000 и забираете второй шаг стартовой программы за 300 рублей. Но так как вы сделали, забирая второй шаг стартовой программы на 5000, то в каталоге в следующем вы уже за 99 рублей будете забирать, да? Допустим, забирая за 299 рублей, вы решили снова сделать заказ на 2500. И в следующем периоде у вас уже будет он опять за 300 рублей. То есть вы можете менять, как вам удобно, как вам хочется, как вам нравится. Вот. Да, розовая тушь это вообще. Как слон. Итак, поехалите с вами дальше. Самое главное, что вам нужно обязательно донести. Не только то, что вот вы сегодня пришли на вебинары, вы знаете про это, про все. Самое главное – это донести своим новичкам. Ну, представьте, у новичков сотрудничество будет или с приятных нот, или со сгорания подарков полгода. Есть, конечно, разница большая, поэтому доносите обязательно, каждому рассказывайте. Не можете рассказать, позвоните, пожалуйста, высылайте видео. Все есть, все готово. Самое главное просто это скопировать, вставить и выслать, да, и все. Совесть чиста, ваш новичок уже будет ознакомлен, да, и уже будет сам решать, идти ему по стартовой программе или не идти. Значит, перерыв между первым и вторым шагом и так далее недопустим. В таком случае программа сгорает. Допустим, вы забираете второй шаг и забыли оплатить заказ до конца каталога. Все, вам не придет уже второй шаг. Вот, понимаете? Поэтому нужно быть обязательно внимательными. И, конечно же, по всем странам
У нас с вами новая акция, которая длится с 26 по 16 число, так же, как и все. Это купоны на любой аромат из каталога 12. Да, то есть именно на парфюмерные ароматы. То есть, когда вы будете заказывать продукцию из каталога, именно из каталога, то на каждые 999 рублей вы будете забирать по одному купону, который автоматически вам вложится в заказ. И потом в каталоге следующем с 7 по 27 августа, то есть в каталоге номер 11, вы легко будете по этим купончикам забирать уже парфюмерные воды со скидкой до 50%. Там будут, я точно знаю, что там будут и мини-версии, и 30 мл, и 50 мл парфюмерные и туалетные водички, поэтому вот такие вот купончики, они вам складываются автоматически. Акция кратная, то есть сколько раз на 999 рублей, к примеру, да, если взять пример цены России, вы купите продукции, да, к примеру, вы купили на 5000 рублей, вам вложилось 5 купонов. Да? То есть все эти программы, они суммируются. То есть вы можете одновременно пользоваться купонами, идти по стартовой программе и, конечно же, пользоваться программой Faberlic Club и пользоваться акциями из каталога. То есть это все суммарно, это все можно сочетать. И, конечно же, у нас сейчас с вами максимальное количество, обычно на 40-й минуте вебинара как раз это максимальное количество людей заходит, да. Хочется сказать, что вся наша продукция, во-первых, протестирована ГОСТом Санпином, да, то есть наша продукция не тестируется на животных, что очень важно. Также внеплановое объявление хочется дать для новичков, именно для новичков, потому что лидеры, которые пришли в прошлом периоде, уже это объявление видели. Не поняла, Лен, про что ты? Что-то в чате, что ли, написали? Вот, значит, внеплановое объявление по просьбе руководства Faberlic, да, то есть это руководство Faberlic, хочется вам сказать, что по кодексу всех сетевых компаний, да, в данном случае Faberlic, нельзя перерегистрировать людей, если у них уже, ты рекрутируешь, так, Лен, ты, наверное, ошиблась, у нас сегодня вебинар по новичкам, да, то есть перерегистрации запрещены кодексом компании. Если у человека уже существует регистрационный номер, то как бы он к вам ни просился, его брать нельзя на регистрацию. Если есть возможность, то, конечно, его можно перевести, если это человеку нужно, но только с разрешения вышестоящего действующего наставника в письменном виде в обратную связь. И то, если под новичком, которого хотят перевести, нету регистрации. Если под человеком уже проведены регистрации, перевод воспрещен. Перерегистрации тем более. Да? Также хочется сказать, что регистрировать людей можно только в том случае, если они были зарегистрированы, но они терминировались, то есть терминировались за неактивность. То есть если лидер зарегистрировался и не делал три каталога заказов, то он терминируется, его можно прямо сразу же регистрировать. Если человек сделал заказ, то его номер действует 12 каталогов, да, то есть год, простите, год уже больше, да, 19 каталогов его, да, номер действует. И, конечно же, только после терминации можно регистрировать людей, ни в коем случае. Можно регистрировать, Костя, легко, да? То есть, дорогие коллеги, я вас призываю работать честно, потому что всякое в жизни бывает, за это штрафуют, за все. И, конечно же, самое, что интересно, если лидер перерегистрировался, к вам пришел, он вас обманул, он у вас промолчал, и вы узнали про это, но узнали поздно, он уже работает, то вам ничего не будет, если вы напишете заявление на удаление, что вот такой лидер есть уже. Да? Вам ничего не будет. Не бойтесь, пишите в раздел «Обратная связь», «Соблюдение этики». Это очень важно, соблюдать этику, работать честно.
У него был номер, но он терминировался, Костя. Итак, скажите, пожалуйста, кто-нибудь выполнил ли у нас из участников вебинара вот эту вот акцию? Кто забрал у нас столовые наборы? Я знаю, что 18 человек точно забрало у нас с проекта таких наборчиков, да? Хотя мы регистрируем веточно в цепочку, но вот 18 человек умудрились забрать. Я не знаю, есть ли нет такие люди на вебинаре, да? То есть, да, дорогие призеры, если вы будете смотреть, конечно, этот вебинар в записи, смотрю, никто не отписался, да, то вместе с заказом впереди номер 11 вас ждет подарок, набор брендированных столовых наборов. Он вам добавится прямо автоматически, прямо упадет. Кто он? Леночка, про что ты? Про набор? Нет, он не в промо, он автоматически падает в накладную. В накладную, в 11-м периоде. То есть сейчас у нас с вами компания 10, а будем забирать в 11-м. Вот, далее, значит, у нас с вами есть лидеры, которые однажды сделали заказ и потом больше не делали, да, то есть забрали акцию новичка и все. А вот сейчас у них есть такой же полноценный заказ, еще раз шанс забрать опять-таки подарок. Значит, у нас с вами есть в кабинете Faberlic раздел отчеты. В отчетах есть распечатка по личной группе, да? В этой распечатке по личной группе, когда вы ее распечатаете, есть люди, которые покрашены желтым цветом. Вот эти люди, покрашенные желтым цветом, в этом каталоге, да, если сделают заказ 1249 рублей в ценах каталога, то они получат в подарок кислородный отбеливатель экстра окси. По этим правилам не обязательно оплачивать заказ до конца каталога, да, то есть лидер может даже 16 числа, в последний день конца каталога, если он покрашен в желтый цвет, забрать этот кислородный отбеливатель в подарочек. Что его ждет на следующий период, да, то есть этот кислородный отбеливатель сразу добавляется, а на следующий период его ждут подарки по программе Faberlic Club, да, вот. Далее, значит, обязательно донесите до людей, что им надо самим это все подарки забирать. И, конечно, кроме вас никто не донесет эту акцию до ваших спящих консультантов. Сами консультанты, они про это не узнают. То есть обязательно разошлите им письма. И, конечно же, если у вас, допустим, ну давайте возьмем среднюю статистику любого директора, да, допустим, 30 желтеньких и 15 из них заберут подарок, который им дарит компания, да, то есть она, компания нам помогает, это просто великолепно, то, конечно же, и ваш товарооборот вырастет, да, как вы понимаете, и это тоже нужно ценить, да, на 150 баллов, да, 15 человек по 10 баллов, это 150 баллов, это тоже здорово. Далее, у нас с вами есть такие бонусы за покупку коварные в каталоге, да, которые почему-то новички постоянно на них обжигаются. И хочется тех новичков, которые еще ни разу не делали заказов, обязательно предупредить, что нужно правильно добавлять акции по каталогу. И у нас с вами три категории акций. Есть подарки в каталоге, есть такая продукция, которая автоматически добавляется в корзину. Я вам сейчас скину файлик. Так, минуточку. Я вам сейчас скину файлик. Этот файлик, вы по нему пройдите, пожалуйста, отпишитесь, получилось ли у вас по нему пройти, активна ли ссылочка. Вот. А еще не делала заказ, так еще, Лен, 11-й каталог, поэтому еще сейчас-то 10-й, поэтому тебе еще рано думать о наборе. Вот, да, прошлось. Спасибо за плюсик. Вот, и что хочется сказать. Вот эту продукцию, которую нужно обязательно добавлять в корзину, 48 акций, она как действует? А сначала мы с вами добавляем эту продукцию из каталога в
корзинку в нашу. И, конечно же, в корзинке нам кажется, что эта продукция дорогая. Так вот, она пересчитывается именно в промо-акциях. Да, когда вы уже из корзины нажимаете «Продолжить», вы попадаете в раздел промо-акции, где вы добавляете стартовую программу, да, где вы выбираете программу «Фаберлик Клуб» и так далее, да, где можно там заказать, добавить или отменить каталоги. Вот. И, конечно же, когда у вас уменьшается сумма, то уменьшаются и баллы вместе с суммой заказа. Да? И, конечно же, это все кратные акции, и их 48. Да? Почитайте, пожалуйста. Я думаю, вы будете приятно удивлены. И вот он наш коварный бонус за покупку. Это продукцию, которую нужно выбирать в разделе промо-акции. Когда вы в каталоге видите такой кружок, и в нем написано «бонус за покупку», ни в коем случае этот продукт не добавляйте из каталога. Его нужно добавлять на втором шаге оформления заказа. Вот. Во-первых, это сделано для удобства, да, кому-то кажется, что это путано, но это сделано для удобства, потому что эта акция тоже не кратная. Обратите внимание, их всего лишь 9, да, файлики, которые я вам выслала, они тоже есть. Давайте еще раз файлик продублирую. Вот. И, конечно же, знайте, да, это такие акции, которые тоже суммируются между собой. Это значит, что если вы купили на 1000 рублей продукции, да, то вы можете забрать столько-то, да, краски Фаберлик, столько-то парфюмерных увлажняющих вот оранжерии, столько-то любого средства для ног про ноги, да, то есть это вот на все на одну сумму. Вот, и это вас ждет в разделе промо. Далее с вами поехали. Продукция, которая автоматически добавляется в заказ. Наши подарки. Первое – это саше шампуня нам добавится или бальзама в подарок за 1 рубль при покупке любого продукта Selen Care. Моя любимая серия – это салонный уход за волосами. Второе – это крем для рук 2096 с артиклом в подарок за 1 рубль. Крем для рук за 1 рубль при покупке набора Grand Prince Hand Care, да, который мы с вами обсуждали на втором шаге стартовой программы, он у нас был, да, помните? Вот. Третье – это мерная ложечка в подарок за рубль при покупке стирального порошка Dom Faberlic. Вот их артикулы, да, 11525, 11526. И четвертое – это купоны, которые добавляются. Но я не считаю это подарком, скорее всего, просто они автоматически добавляются в заказ, поэтому я их сюда и внесла. Да, далее, значит, программа для лидеров «Твое активное лето». О ней можно говорить бесконечно. Шикарные подарки платятся, дарятся десятки тысяч для тех, кто выиграл. Все деньги гарантированы, то есть это не лотерея. Поэтому сейчас я вам скину запись вебинара, и вы ее посмотрите. Так, минуточку. И вы посмотрите запись этого вебинара, можете добавить в закладки, да, то есть это для лидеров от 15%, да, то есть, дорогие новички, если вы еще новички, то не отвлекайтесь, вы не участвуете в этой акции, там дарятся деньги. Новички у нас с вами участвуют в быстром старте, в стартовой программе и так далее. Значит, также очень было приятно, что в прошлом каталоге компания много людей с нашего интернет-проекта задарила парфюмерными водичками Sorbet Jolie. В этом периоде также за покупку журнала Faberlic Style, как раз это внутренняя акция лотерея, тут уже повезет или не повезет, да, вот, только для зарегистрированных, конечно же, вы можете каждый день с 26 июля по 16 июля при покупке журнала Faberlic Style за 1 рубль можете получить сухое масло Mist или скраб для тела коллекции «Сокровища Востока». Скраб обалденный, как я его люблю, этот скраб, он такой нежный, кожа после него приятная такая, он, конечно, не дешевый, но в подарок можно, я думаю, его забрать. Вот, то есть каждые 10 покупателей ежедневно будут получать такой наборчик в подарок. Шикарно. Шикарно, да. Вот. И, конечно же, подарки появятся у участников в очередных заказах, сделанных не позднее 16 июля.
О, есть любимчики, да, этого скраба уже. Ой, я обожаю этот скраб, он просто великолепный. И там такие классные косточки, его так надолго, кстати, он экономичный, такой густой, им удобно пользоваться, да, то есть он никуда там не разбрызгивается, это тоже важно. Итак, далее, набор пробников для новичков, который будет предложен на последнем шаге в разделе промо-акции. Состав у вас на экране. Это некратная акция, то есть каждый новичок, который зарегистрировался, имеет право забрать такой набор в течение 3 каталогов, потом он исчезает. Да? Поэтому забирайте, в принципе, это выгодно. Да? Мы так посмотрели, посчитали, столько продукции вам придет, столько пробников вам придет, и это будет всего лишь 270 рублей. Это недорого, это здорово, это классно, пользуйтесь, да, можете попользоваться всей продукцией. Как вы видите, тут очень много парфюмерных вод для женщин. Да, для мужчин есть основные хиты, и шампуни, и кондиционеры, и так, губные помады, да, то есть перламутровые помады, 3D-поцелуи, увлажнение в цвете. То есть вы будете знакомы со всеми текстурами всех помад, да, вот. Скраб для лица есть, конечно, Костя, есть. Акция кратная, забрать может только один раз новичок такой набор. Вот. Также, я думаю, все мы с вами знаем, но кто не знает, у нас с вами есть скидка от цены каталога 20 или 26%, да? Меня очень часто спрашивают, Аня, почему кому-то 20, кому-то 26. Так вот, если у вас личный оборот, то есть лично вы делаете заказов до 50 баллов, то на следующий каталог у вас 20% скидка. Если у вас ЛО от 50 баллов, то на следующий каталог 26% скидка на все, кроме одежды нижнего белья. То есть на одежду у нас с вами фиксировано 20%, сколько бы вы баллов ни делали. Поставьте плюсики, все ли понятно. Плюс, конечно же, как вы понимаете, если мы с вами делаем 50 баллов, то подарков по программе Фаберлик Клуб мы забираем на 50 бонусов, от 5 бонусов подарочек. Отлично, спасибо за обратную связь. И вот же она наша самая любимая, самая классная накопительная программа Фаберлик Клуб. Честно скажу, ни одна компания, ни один магазин не предоставляет столько привилегий, и это на самом деле правда. Значит, она очень легкая. Вы размещаете заказы, накапливаете призовые бонусы, да, которые у вас идут из баллов, да, то есть 1 балл равен 1 бонусу, и обмениваете бонусы на подарки. Или обмениваете, или копите. Вот, значит, как принять участие в программе? Значит, я вам объяснила, это все легко, это все просто. За один период вы можете накопить не более 150 бонусов. То есть у нас есть звездочки на проекте, которые делают 200-300 баллов личные заказы, да, но им только 150 бонусов начислится, да. Каждый каталог, да? Ну вот я сейчас тоже каждый каталог забираю, но до этого я упрямо копила на халаты 3 банных полотенца. Вот, и давайте же с вами сейчас посмотрим. Так, я возьму рисовалочку. Да, к примеру, в первом каталоге вы сделали заказ на 10 баллов, и вам эти 10 баллов, если вы оплатили заказ до конца каталога, они у вас начислились в каталоге номер 2. В каталоге номер 2 вы сделали 15 баллов, и эти 15 баллов у вас, если вы эти 10 не потратили, если вы их потратили, то, понятно, у вас их уже не будет, но если вы их не потратили, то 15 плюс 10, и у вас получается уже 25 баллов. То есть их можно копить. Да, смотрим дальше. Каталог номер 3. Вы забыли оплатить заказ до конца каталога. И вот эти вот баллы у вас сгорают только предыдущие. То есть вот эти вот 15, они сгорают, да, а 10 они остаются еще пока на счету, да, то есть 25 минус 15. Если в пятом периоде вы, к примеру, бы сделали заказ, то вы могли бы забрать вот 10 бонусов, вот эти вот, которые бы не сгорели. Куплю. Понятно, понятно. Халат крутой, да, он мне очень нравится халат, мягкий, классный, кстати, легко стирается, хорошо, за ним несложно ухаживать, вот что здорово.
Смотрим дальше, значит, да, 10 баллов у нас осталось, но мы ничего не сделали, и у нас все сгорело. Все, везде кругом одни ноли. Да, это свойственно новичкам, которые не знают про эту программу, потому что и на вебинар они не пришли, и наставник им видео не выслал, и письмо им директор не выслал, и так далее, и так далее. Да? Далее, значит, ЛО 50 баллов вдруг лидер сделал. Да, очень часто такое бывает. Вот у меня недавно лидер проснулся после глубокой спячки, потому что увидела, что она вышла на 6%, хотя не работала. Она говорит, а как так? Да, и очень интересные такие наблюдения получаются. Да, лидеры к нам приходят, да, хотят работать, но иногда работать перестают. И вдруг они видят под собой рост, они возвращаются. То есть они понимают, что тут с них ничего не просят, так им еще и помогают. И они начинают понимать, что в интернете не сплошной обман. В интернете есть чистые компании, да, которые работают не только официально, легально, но которые еще и помогают выйти вам на более серьезный доход, на более серьезный уровень поскорее. Да? Тут, конечно, очень это сложно для понимания, потому что на работе по найму, наоборот, все друг друга пытаются подсидеть, а мы тут, наоборот, все друг другу помогаем. И, конечно, тяжело переключиться, но те, кто переключился, я думаю, все довольны, что сотрудничают с нашим проектом. Это очень важно знать, это очень важно понимать. Ой, Валентиночка, привет! Вот у нас директора даже на школу приходят, как здорово, да? И, конечно же, смотрим каталог номер 7. Вдруг лидер сделал 50 баллов, и ему все эти 50 баллов начислились на следующий период. Он их может потратить, может накопить. И в 8-м периоде он сделал 250 баллов лично, но ему только 150 переведется. Да? Вот смотрим, 150 бонусов, только 150. 50 до 150, получается 200 у него бонусов на счету лежит. А если в каталоге 9 он сделал 100 бонусов, да, то 200 бонусов, да, вот эти вот, плюс 100, у нас с вами как раз получается 300. Всем ли понятна программа? Оксана, на самом деле задаривают, заваливают, расти легко. Расти легко. Компания нам предоставляет такие шикарные условия для старта, что это просто... просто круто. Тут написано стоимость подарков от 15 бонусов. На сайте пока не обновили, но на самом деле от 5 бонусов. Вы уже можете там за 5 бонусов выбрать себе маску для лица. Да, есть такое в компании, могут разобрать. Могут разобрать. Я тоже сначала копила на халат. На халат накопила, пошла забирать халат, халата нет, расстроилась, но мы переезжали в квартиру, и я решила обновить все подушки, забрала себе кучу подушек из гречневой лузгина, заказывала, и на следующий период халат появился, я думаю, боже ж ты мой, и я опять все заново копила, было дело, бывает, иногда пропадает, потом появляется снова, поэтому, да, не переживайте. По-моему, 1250, Любочка. Или 1650. Вот я забыла. Я забыла. Но это можно посмотреть, когда вы заходите в свой личный кабинет. А это можно увидеть. Давайте я включу демонстрацию экрана и вам быстренько покажу. Так, демонстрация работает. Так, минутку. Так, вот рабочий стол. Запускаю. Кому не видно, F5, пожалуйста, нажимайте. Да, вот она у меня запустилась. То есть вот я сейчас в своем сообществе. И вот я зайду, когда в свой личный кабинет. Вот у меня, в принципе, кошелек. Я просто вылетела, из-за этого перезахожу. Да, и когда вы вверху смотрите на кошелек, то вот тут, в принципе, есть все подарки, которые вы можете посмотреть, которые вы можете выбрать, да, то есть смотрим, да, от 5 бонусов, вот, кстати, тут исправили, до 2250, нажимаете на самое последнее, и там должен быть халат и 3 банных полотенца, набор из 3 полотенец, да, ну, тут нету почему-то, странно, но когда вы что-то добавляете в заказ, да, и попадаете на последний шаг заказа, то там точно набор с банными полотенцами есть. Давайте я вам сейчас продемонстрирую, буквально 2 минуты, и поедем с вами дальше. Да, то есть я добавляю в корзинку любой продукт и нажимаю «Оформить заказ».
немножечко подвисать, но это из-за того, что идет и демонстрация экрана и так далее, и так далее. Так, значит, что у нас тут? Да, вот мы с вами попали в раздел промо-акции. И в разделе промо-акции обычно в самом низу есть такой разделчик Faberlic Club. Открываете, да, как вы видите, я накопила 422 бонуса. Да, и тут есть списки товаров, да. И когда вы нажимаете «Выбрать товар», вот тут как раз-таки вы найдете в самом дорогом отделе вот эти вот халатики. Списки товаров. А может и халат, кстати, и закончился. И мне повезло, я его урвала. Да, ну, сейчас долго грузится. То есть вот тут или там можете посмотреть. Конечно, если его не будет, то, скорее всего, его опять нет на складе. По-моему, нету его, да, не видно на экране. Ну, кому не было видно, мы уже закончили. И это можно будет посмотреть в записи. Итак, поехалите с вами дальше. Я думаю, про шикарную программу Faberlic Club я вам все рассказала. Опять нету? Ну вот, значит, не зря я ждала, чтобы не грузилась. Ну, обычно в двух местах можно старт Faberlic Club программу выбирать. Итак, далее. Нет халата, да? Ну все, спасибо большое. Ага, спасибо большое. Значит, смотрим VIP-привилегии. А что такое VIP-привилегии? Я давно уже VIP-консультант. Дорогие VIP-консультанты, отпишитесь, пожалуйста. Если вы на вебинаре, кто у нас VIP-консультант, напишите слово VIP в чат. А, да, мы вас поздравим. Вот. И, конечно же, это такая программа, которая дает очень много привилегий. Ага, вот випчики поехали, поздравляю вас, дорогие. Если вы сделали первый раз 100 баллов, то на следующий период вы располагаете такими акциями, как, во-первых, распределение контактов, то есть вы можете получать регистрацию от компании, да, компания рекламируется в интернете, по телевизору, везде, и люди находят компанию в интернете и проходят по ссылочке официального сайта, оставляют свои данные для регистрации, и таких людей, именно таких людей распределяют среди VIP-консультантов, да. Вот, значит, чтобы получать по VIP-распределению консультантов, нам с вами нужно пройти тренинг. Далее, один продукт с 70% скидкой от черной цены, шикарная скидка, 10 любых пробников, суммарно их получается пробников 50, наверное, да, и 10 любых каталогов, тоже с 50% скидкой. А второй уровень, это когда мы 3 периода подряд делаем 100 баллов и более, у нас появляется скидка 10% при заказе от 150 баллов и выше. И все привилегии, конечно же, первого уровня. Так вот, эта скидка не от цены каталога, это объемная скидка, да? То есть, получается, если у нас, к примеру, давайте я прям тут нарисую, потом сотру. Лидер, к примеру, сделал 180 баллов, да? То мы вычитаем 100, да? Получаем 80 баллов. Эти 80 баллов мы умножаем, да, на 60 рублей, это балл на выплату в России, да, то есть в каждой стране свой балл на выплату, и у нас с вами и умножаем на 0,1, и вот тут уже вот то, что получается, то вам и перечислят на объемную скидочку. Надеюсь, понятно рассказала, да? Потому что лидеры часто путают и говорят, а у меня скидка все равно осталась 26%, она не стала там, допустим, больше, да? Она не стала 36%. Вот. Да, регистрации проходят под VIP-консультантов, да-да-да. Под кого сколько компания новичков зарегистрировала, пишитесь, пожалуйста. В принципе, это такой дополнительный пассивный рекрутинг, можно так сказать, да? А мне уже 2 каталога. Ну, да, бывает по-разному. Бывает по-разному. Кому-то больше подписывают, кому-то меньше. Это в зависимости от периода. Вот. Далее, значит, третий уровень – это 9 периодов подряд. Вы VIP-консультанты. Вот. Тоже, Лен, ну, мы с тобой, кстати, недавно и считали в Одноклассников, да? Каталог по одному консультанту подписывают. Ну да, вот примерно так и есть. Один, два бывает, да.
То есть вот, смотрим дальше. Новинки за 2 недели до начала периода. Шикарная вещь. Это когда випов ругают. Ничего в каталоге не осталось, випы все разобрали. Так вот, как раз випы-то берут, но они, в принципе, берут-то и немного, да. То есть, но у вас будет такая привилегия брать все, да. Вот, четвертый уровень, это 18 периодов подряд. Это уже VIP 4 уровня. Там уже значок дарится от компании, да. Все вы, наверное, видели, да. Ну, кто не новичок, наверное, видели, какие значки дарятся. Уже лидеры друг другу скидывают фотографии, дарят значки красивые. Значит, смотрим, за 3 дня до начала периода доступ к следующим ценам и промо-акциям следующего каталога. То есть вы за 3 дня до начала каталога уже в легкую делаете заказы следующего периода. После 9 периодов по VIP-у, Ириночка. Третий уровень, 9 периодов. Да, то есть вот такая вот классная, шикарная привилегия. И, конечно же, все эти привилегии не суммируются, да. То есть тут недавно у меня новичку не хватило 10 баллов до 100. А ну как новичку, лидеру уже, я ей пишу, я говорю, дорогая, у тебя 10 баллов до 100 не хватает, а вот ты уже у нас VIP-8, давай мы с тобой доделаем эти 10 баллов обязательно. Знаете, что она мне ответила? Аня, если я буду 9 периодов подряд делать по 100 баллов, то я перейду на уровень 3, и я потеряю первые и вторые уровни привилегий. Так вот, дорогие коллеги, все привилегии суммируются. Да, и также можно быть VIP-консультантом и идти по стартовой программе, участвовать в Faberlic-клуб, то есть вам просто больше начислится бонусов, с которых вы будете брать подарки. Все программы в компании Faberlic не отдельные, они все суммируются. Вот, и также у нас с вами есть серебро, золото, рубин и бриллиант. То есть такие уже уровни довольно-таки шикарные. Я вот жду 50 периодов. Я сейчас VIP 30 с чем-то. Забыла. Вот. Значит, смотрим с вами. Я вам все уже рассказала. Сейчас я это уже пролистну, потому что мы уже с вами все это обсудили, да? Вот, кстати, привилегии шикарные именно на серебряном уровне. Почему-то мне очень хочется получать 2 продукта действующего каталога черной цены на бизнес, аксессуары, инструменты. И вот у золотых випов еще, у рубиновых, то есть випов, да, еще есть привилегии, они забирают одежду и белье. Вот когда у нас вышли платья от Ахмадулина и Алены, которые стоили по 6, по 7 тысяч, я знакома с девушкой из своего города, мы с ней вместе вели презентацию Faberlic на фэшн-показе от Алены Ахмадулиной. Она стояла в платье за 1700, по-моему, рублей, хотя в каталоге оно было под 8. Это шикарные скидки, да, то есть, конечно, прикольно, прикольно быть рубиновым випом. Вот, значит, и, конечно же, дорогие коллеги, давайте с вами немножко поупражняемся, представим, что если новичок пришел на проект и стал VIP-консультантом, он сделал ЛО 100 баллов в первый период, а что ему положено в следующем каталоге? Кто у нас самый находчивый? Пишем в чат. Пишем, пишем, пишем. Что положено новичку? Вот что вы ему расскажете? Вот вы пошли смотреть раздел «Моя структура» и увидели 100 баллов личного объема своего новичка. Про какие привилегии вы ему расскажете? Их там очень много. 70%. Молодец, Танюша. Подарок новичку, стартовая программа на полгода, 26%, регистрация от компании. Супер, супер, Наталья, молодец. Молодцы. Объемная скидка, молодец, Оксаночка, да? То есть это все прям за первый такой вот шикарный большой заказ, да? Вы знаете, когда я все эти заказы сложила вместе, то я просто обалдела от того, что это намного выгоднее, чем в магазине. Намного, намного выгоднее. 26% скидка, да. Еще, конечно же, компания интернет-проект Faberlic Online обязательно выдаст свой рекрутинговый сайт в подарок, да. Регистрация от компании. Да. Новинки на 2 недели раньше нет.
Нет, Настя, новинки после 9 периодов, на 2 недели раньше только можно получать. А тут мы говорим именно про VIP-1, да? Вот, итак, значит, молодцы, подарки по программе Faberlic Club, да? Сколько штук, если брать от 5 бонусов? Это 20 масок можно забрать? Вы представляете? Я вот не представляю. Это каждый день можно делать маски. Вот, да, объемная скидка, денежка за структуру, за свой заказ, да, вот, все, это с VIP-3, Катюша, это с VIP-3, вот, есть ошибочки, но очень хорошо, ОС-26 плюс 10% нет, регистрации, да, 26%, да, ОС, да, 10% только с VIP-3. Итак, значит, да, то есть 70% скидка на продукт, на 10 пробников, на 10 каталогов, далее скидка 26% от цены каталога на все, конечно же, кроме одежды. Первый шаг стартовой программы, 3 подарка он обязательно, да, забирает, и он, конечно же, сразу же попадает автоматически в VIP-поздравление, и, конечно же, получают рекрутинговый сайт от проекта. Нравится? Тишина такая. В шоке, да? Да, конечно, очень сложно поверить такое количество подарков, и очень сложно в них еще и не запутаться. Компания на самом деле нас очень-очень любит. И, конечно же, давайте сейчас поговорим с вами про удвоенный быстрый старт. Да, то есть минимально за полгода, если вы станете директором, то вы свои квалификационные бонусы умножите на 2. О чем я сейчас с вами говорю? Говорю с вами о том, что в компании Faberlic есть маркетинг-план. И когда директора открывают звание, по маркетинг-плану у них начинается квалификация. Пройдите, пожалуйста, по ссылочке и найдите квалификационные бонусы, пожалуйста. И я вам сейчас все расскажу по этим бонусам. Да? Там есть квалификационные бонусы Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Молдова и Турция. И, конечно же, если вы открываете, успеваете директора и подтверждаете его на следующий период, то вам падает дополнительные 55 тысяч рублей. То есть ваш бонус удваивается. Вы первые 55 тысяч рублей получаете, и через 6 каталогов еще одни 55 тысяч рублей. Если, к примеру, вы не успеваете открыть директора за полгода, вы получаете квалификационный бонус, да, как вы открылись и как вы подтвердились, только в 55 тысяч. То есть, чем быстрее вы растете, чем быстрее вы включаетесь в работу, тем больше денег вы можете получить. А что это значит? Это значит, что вы можете за полгода открыть бриллиантового директора и забрать 1 000 000 рублей премии, если что. Да? Всем ли понятны условия? Потому что условия шикарные. То есть вы можете открыть, к примеру, директора за полгода или старшего директора, да, я вот старшего директора за полгода открыла, да, то есть вы можете открыть серебро за полгода успеть, да, тогда у вас бонусы квалификационные будут 55 тысяч умноженные на 2, 27 500, 110 тысяч и 165, все умноженное на 2 и все суммируется, то есть посчитайте какие-то огромные деньги, ни одна компания таких денег не предлагает. Вы поработали конкретно, да, полгода, конкретно прямо засуча рукава, вы поработали, вы потом сходили, вы себе машину купили, понимаете? Это круто. Вы сходили, вы можете съездить в какую-то крутую страну отдохнуть. Это невероятный бонус, такого нет нигде, ни в одной компании. Пользуйтесь. Этот бонус действует только для тех, кто зарегистрировался с 15 мая по 1 октября. То есть акция ограничена. То есть каждый ваш новичок, который пришел с 15 мая, если он за полгода успевает открыть любое директорское звание и подтвердить его на второй каталог, он получает уже 55 тысяч помимо зарплаты. Да, все вы знаете, что у нас каждые 3 недели компания как часы исправно платит наши выплаты. А это у нас именно дополнительный единоразовый квалификационный бонус, который умножится на 2.
Понятно всем? Поставьте плюсики. Кто пришел с 15 мая? Кто пришел с 15 мая? Вы все кандидаты. Вы все кандидаты на быстрый старт. Я думаю, денежки вы сами найдете, куда потратить. Восемнадцатого, да? Шикарно, Оксаночка. Пожалуйста, забирай. Забирай двойной бонус. Конечно, директора и так хорошо зарабатывают уже. У них уже приличные выплаты. У нас кто выходит на уровень 19-23%, они уже все увольняются, они уже тут остаются. Почему? Потому что у нас сколько раз выплат в год? 19. Вы вот даже вот возьмем, да, среднестатистического директора, он зарабатывает 25-35, да, тысяч на свой расчетный счет, смотря какое построение. Сходите обязательно на вебинар по маркетинг-плану. Да? То есть давайте возьмем в среднем 30. 30 умножить на 19 и поделите на 12 месяцев. Это сколько в месяц зарплата? Кто посчитает? А еще плюсом 110 тысяч дадут за то, что вы такие молодцы. Никто не посчитает, да? 30 тысяч умножьте на 19 каталогов и поделите на 12 месяцев. Так, поделить на 12. У нас с вами получается 47 тысяч в месяц. Да, шикарная зарплата. Вот поэтому у нас директора, они уже не ходят на работу по найму. А если вам за то, что вы такие деньги начнете зарабатывать в месяц, да, вместо работы по найму, вам еще и 110 тысяч сверху дадут, да, квалификационного бонуса. Ну, как, это просто шикарно. Согласны? Вот, поэтому быстрый старт – это единоразовые, конечно, бонусы, но есть человек, я его знаю, он находится в компании Faberlic, и он забрал 990 тысяч за полгода без зарплаты. Он смог открыть бриллианта. Что такое бриллиант? Это 6 директорских веток. Да? Что такое директор? Это 60 человек в вашей структуре, которые делают ЛО 50 баллов. Или, допустим, 120 человек, которые в вашей группе делают ЛО по 25 баллов. Ну вот, Костя, вот представь. Да? Это шикарно, это шикарно. Компания платит хорошие деньги быстро растущим. Конечно же, хочется сказать, что компания Faberlic – это кислородная косметика номер один в мире. А наш пертоуглерод запатентован, да, он только наш. Он доставляет воздух в глубокие слои кожи, и наша кожа начинает сиять изнутри, и мы начинаем молодеть. Кстати, я вам вот сейчас от чистого сердца, от всей души рассказываю то, что мне начали делать комплименты. Я нашей косметикой пользуюсь 2,5 года. Да, то есть я в компании Faberlic пришла 2,5 года назад. И самое приятное, что я постарела вроде бы, да, временем на 2,5 года, но как будто бы помолодела, понимаете? Вот. Аня, не пугай такими цифрами. А вот это правда. Есть люди, которые их забрали. Просто нужно делать, работать, прям засуча рукава. Это возможно. Раз один человек взял, значит, могут взять ей 21 и 121. Да, вот, дорогие коллеги, на самом деле очень приятно пользоваться нашей косметикой и молодеть. Я почувствовала на себе эффект, мне очень нравится. Также компания проводит форумы, проводит ассамблеи, да, ассамблея это с уровня директора, форумы с нуля, ездите, там великолепные новости. Как мы с вами знаем, компания развивает свой бизнес уже в 45 странах мира, тут еще 42, да, компания сотрудничает с межрегиональной экологической общественной организацией ЭКО, которая садит деревья, да, до сих пор, вот. 9 мая, так, а с какого там, с 15 какого условия? Именно с 15 числа было.
Вот. Далее, значит, компания сотрудничает, помогает деткам с ограниченными возможностями, сотрудничает с солнечным песом, псом, извините. Да, то есть она воспитывает деткам собак-поводырей. Вот. Да, Ирин, правда, на самом деле кожа начинает расцветать. Это шикарное ощущение, когда мы можем остановить свой возраст. Ну, 47, как ты понимаешь, это минимальный, это уровень директора, да, среднестатистически. Вот, далее, значит, путешествия. В прошлом году мы летали уже в Доминикану первый раз, позапрошлом году мы еще не успели на нее квалифицироваться, лидеры летали в Китай, а в этом году, ой, нет, в прошлом году в Шри-Ланку мы летали, а в этом году мы квалифицировались именно в Доминикану. Да, мы уже полетим нашим уже таким драгоценным составом интернет-проектов Берлик Онлайн. Нас все больше и больше квалифицируется на эти поездки. Конечно, это все шикарно. И скоро, и уже скоро-скоро это будет. Вот, также компании Faberlic принадлежит собственная фабрика в Москве, 45 тысяч квадратных метров. Недавно открылось еще две новые производственные линии. Это просто великолепно. Также компании принадлежит центр собственных научных разработок, да, благодаря которому компания добилась 34 патентов. Патент – это когда, ну, нет такого больше нигде, да, только у нас. Да, вот это тоже круто. В 2018-м узнаем на Международной ассамблее Фаберлик, Наташечка. Извините, заговариваюсь. Да? Ну и, конечно же, компания Фаберлик тоже награждается. Она не только награждает, но и ее награждают. Это если парфюмерная вода, это Fifi Russian Words. Если это порошок для дома, то это, конечно же, знаки качества и так далее, и так далее, и так далее. Очень много почетных, шикарных наград. И продукты для дома, да, и витаминки наши очень много наград получили. Вот. Ну и не забывайте про своих новичков. Наш бизнес начинается со знаний. Наш бизнес начинается именно с изучения подарков, именно с рекрутинга, именно с умением правильно доносить информацию, да? Это самое важное. И, конечно же, спасибо вам огромное за внимание. И пошла я в раздел «Вопросы». Так, у меня новичок не оплатила заказ в каталоге в прошлом. Со всех подарков теперь слетит, кроме накопительных, если все-таки оплатит. А она делала, Марсель, она делала первый раз заказ? На вебинаре ли у нас Марсель? Какой по счету у нее заказ? Поздравляю вас с новым званием. У меня не было, Настечка, нового звания. У меня в команде открылся один рубиновый директор и один старший директор и два еще директора. У меня пока нового звания нет. Я пока в звании старший национальный подтвержденный. Да, был первый, да, Катюша, это ты за Марселя отвечаешь, да? То есть она не успела. Посмотрите, она сейчас, скорее всего, в распечатках по стартовой программе светится как пробный шаг. Если она светится как пробный шаг, то она может забрать два подарка этого периода. Все будет отлично. Ну все, смотрю, вопросов больше нет. Спасибо вам за внимание. Удачи вам, роста, везения, во всем вдохновения. Ждем новых директорских званий. Всем пока-пока. Спасибо за терпение. Вебинар длинный, но и подарков много. Берем быстрый старт.